Здравствуйте, дорогие друзья! Кому интересны мои взгляды личные, могу сказать, надо быть готовыми. А для этого нужно многое пересмотреть, освободить свои пространства для прихода нового. Тема сегодняшней встречи – грядущие перемены. Галактическая Федерация Света. Здравствуйте, дорогие наши земляне! Сегодня мне поручено передать вам следующее сообщение от Галактической Федерации Света. Как вы уже знаете, с конца октября начался новый отсчет времени, когда Земля приготовилась к окончательному энергетическому скачку в пространство пятого измерения, где она пребывает уже своими телами. Мы видим, что многие из вас почувствовали эти висящие в воздухе изменения, предвестниками которых являются необычные природные явления, все больше и больше проявляющиеся в вашем мире. Отец Абсолют уже говорил об этом в своем послании, и мы не будем повторяться. Наша задача – рассказать вам о практической стороне грядущих изменений, то, что предстоит пережить многим из вас, с человеческой точки зрения может показаться страшным, опасным и даже трагичным, поскольку начнут рушиться все устои вашего общества, а значит, ваша привычная жизнь. Новая реальность ворвется в ваш мир столь стремительно, что не все смогут преодолеть психологический барьер, разделяющий старую и новую жизнь. И вам нужно быть готовыми к тому, что многие люди начнут уходить с земного плана, гонимые страхом этих перемен. Но те светлые души, которые осведомлены о происходящем на Земле, те, кто долго и упорно готовился к переходу, примут эти перемены с радостью, поскольку понимают, что без них невозможно перейти долгожданную границу, отделяющую трехмерный мир от мира пятого измерения. В чем же будут заключаться эти перемены? Во-первых, в результате изменения очертания материков, а значит и разрушения границ между государствами на Земле, на время воцарятся некий хаос, неразбериха, связанные с паникой и страхом людей, потерявших жилье и отрезанных от своей привычной жизни. Это будет продолжаться до тех пор, пока компетентные международные организации не возьмут ситуацию под контроль и не начнут планомерную работу по благоустройству территорий, которые пострадали от природных катаклизмов, и расселению потерявших кров людей в странах, готовых принять их и обеспечить жильем. Во-вторых, рухнувшая финансовая система уступит место новому миропорядку, в основе которого будет справедливое распределение средств, а не алчное присвоение всех мировых богатств кучкой финансовых олигархов, держащих в своих руках все банковские активы. В-третьих, политическая власть во многих странах мира претерпит кардинальные изменения, и во главе государств будут уже люди с новым мышлением, отдающие себе отчет в том, что Земля вошла в новую фазу своего развития. В-четвертых, начнется массовое перераспределение природных богатств в соответствии с потребностями людей, поскольку все вы являетесь равноправными жителями вашей планеты. Все это станет возможным благодаря тому,
что уровень вибраций людей начнет стремительно повышаться, иначе они просто не смогут выжить на Земле, полностью вошедшие в пространство пятого измерения. Это прекрасное время действительно наступит, любимые наши, и мы хотим, чтобы вы были к этому готовы. Мы внимательно следим за происходящими на Земле событиями и всегда будем рады оказать вам любую помощь со своей стороны. Аштар Шаран говорил с вами от имени Галактической Федерации Света. Приняла Марта 9 ноября 2017 года. Вы прослушали тему «Грядущие перемены».